Так, ну, всем привет. Давно я ничего не снимал. Попробую немножко хоть заснять, показать. Сегодня озеро Рушона. Ноябрь месяц. В отвес с лодки. Два подлещика пойманных. С ладочки еще камеры не доставал. Закормился прикормками. Магазинами такой еще не кормил. Вот такой закормил красненькой. В охолоте рыба собирается потихонечку. Глубина 8,9 метра. Ну, 8,9 это эхолот пишет на самом деле. Тут метров 8, чуть больше. 8,2, 8,3. Эхолот немножко обманывает. Пробивает он дно, показывает. Да. Поклевочка. Закинута одна на живца, на судака. Ну и одна на леща, на подлещика. Прикормка была куплена Маска Рушона Vehicles номер 33 в Дитоне. Там мне, как всегда, немножечко скидочку сделали и отправили на рыбалку. Заодно там набрал себе резины, жиголовок. Хотел судаков наловить сегодня, но пока ничего. Ну, вот в ухолоте как красиво все. Ну, надеемся, будем ловить, показывать. Так, ну вот такое озеро Рушона сегодня. Погодка отличная. Немножко распогаживается ветер. Утих. Рыбачок один там судака, наверное, обкидывает. Все озеро мое. Посмотрим, что мы тут наловим. Может, что-то и поймаем. Клевочка. У нас там мелочь какая-то. Совсем. Даже коту такую стыдно брать. Чуть-чуть покрупнее пришел. Даже лещик небольшой. Ну да. Где мой подсак? Знаменитый. Иди сюда. С такого подсака еще никто не уходил. Первый сегодня. Ну, такой под килошку. Можно, ну, примерно. Плюс-минус. 100 грамм. Коту пойдет. Лещевая. Мелочевка. Лещик, наверное, небольшой. Густерка. Сейчас посмотрим. Утку не протарай. Где-то там запутался. Вон. Какой подлец. Котику. Котику. Сегодня все котику. Зима близко, кормить надо. Поднял. Только забросил. Ну, подлещик, наверное. И он там. Да не крупный. Я съел. Съел. Прям да это. Заглотил. Ах ты, блин, нехороший ты. Пойдешь котику. Еще один. Ну, тут лесочка тоненькая. Не помню, тут на корешку стоял. Сегодня просто примотал. Лещик, наверное. Вот такой. Где мой профессиональный? На эту леску не будем рисковать. Грамм 600-700, наверное.
мормышечку. Там червяка, этот бартуль, но на него пока не хочет никто. И давай, сачок, садок, то есть. Тут пробует. Может, бартуля моего нашел. Ну что ты там, бляха-муха, мелочевка, и то удрала. Перед этим поймал гусерку небольшую, поменял, дохлая плотва там была уже. Вдруг что-нибудь шандрахнет. Сегодня плотвину одну украла, судак. По-тихому. Повисло? Повисло, не понял. Повис небольшенький подлещик. Не брать же подца. О, котику. Ну, не сильно активно поклевывает. Ну, с промежуточком. Вот. Не вижу поплавка своего. Поплавка судака. Спрятался поплавок. Нету ничего. Зарана. Да, по голове дал он. Глаз выбил. Но не взялся. Ну, клюнул. Лещик, наверное, небольшенький. Перекинул на судака. Где он там? Где мы его? За горбик. Мормышка во рту. Крючок в спине. Вот такой. Ложечку. Тут я, блин, как-то завязался. Непонятно. Как-то тут пробил себя. Мышка во рту, все по закону. Поклюнула. Батарейка тогда сдохла, как всегда, не вовремя. Хотел сказать, что все по закону. Крючок в спине, но мормышка во рту. Но не успел. И котику. Котику, котику. Ах ты, блин. Все перепачкать надо. Ну ладно, уже так поднатягал немножко. Параш, правда, кончается. Ну, еще немножко поломим, потом попробуем поджиговать. Так, ну еще поклевочка. Так, надо перекинем мы эту гусерочку. Может, мы судака удастся поймать. Зарана я в прошлый раз подсек. Было, наверное, пускай бы заедал бы.
волна у нас в ту сторону, а течение в обратку. Каждый раз уносит поплавок отсюда. Ну, что ты там? Закачало. Ладно, подождем. Я так понимаю, что судачок где-то там тянет его. Подождем, пока тянется немножко леска. Ну. Тянет потихонечку. Главное, просечь его надо. Ага. Хоть бы пятерочка, а? Не пятерочка там, наверное. Фрикцион просто слабенький у меня. Ну, посмотрим, какой подсак то на готове. Ух ты. Неплохой судачок был, но не просекли мы его. Появился из воды и ушел. Надо было подсекать жестче. Ну, что ж, не наш. Поднял и держит. Ага. Лещик, наверное, еще один. Не. Эх ты, тоже ушел. Не наш. Прилетели друзья. Хлеб от пайки оставался. Ай, какие. Вкусно, да? Все, на этого, на подлещика не осталось у меня наживки. Покидаю немножечко, полчасика. А вдруг судачка цепанул, туман начал опускаться. И приеду тогда на берег уже, взвешиваем улов. Так, ну все, собрался, рыбу скидал, сейчас приеду на берег, взвешиваем. Если найду берег, он туман такой поднялся. Ладно. Заворачиваемся. Рыбы за много, на гриз не могу выйти. Рыба. О! Рыба. Рыбу сейчас выверну, все равно соткать надо. Покажу. Так, прикинем, сколько. Ну, можно было побольше наловить, если бы опарыш вдруг не кончился, как всегда. Ну, фиксируйся. Хочет фиксироваться. Ну, 6900. Ну, немножко весит.
садок. 6,5 убирает. 6,5 есть. Коту хватит. Так что сейчас вытрясем, покажем. Ну, самый крупный, наверное, под килограммчик. Крупнее не было, ну. Сойдет. Хорошего понемножку. Ну, вот такие. Такие, ну, дайте, ничего. Более-менее. А, ну, коту хватит. Кот прожорливый, правда, но что ж поделаешь. Все, ладно, хотелось, конечно, судака, ну, или терпения, или крючок, непонятно. Надо было, конечно, немножко его еще, может, подождать, дать заглотить или подсечь. Все-таки, наверное, не просек я его. Вот сегодня судак, в принципе, довольно на живца активный. Плотву у меня одну украл, пласкиру одну побил, и две поклевки было, которых я увидел. Все время я практически откидал на джиг и кейтек резину, и потом еще и мандул бросал. Ну, нифига, что-то мне не повезло. Все, озеро Рушона. Было еще и на корешке вчера, ну, как-то не задалось там совсем. До этого и на ЛС был, и на Двине было, тоже не задалось. Ну, не знаю, куда-нибудь выберемся еще. Все, собираюсь и отправляюсь домой. Все, всем пока.